Всем привет из Термоленда. Сегодня здесь чемпионат по спа-бане. Ну, это когда объединены три вещи: спа, wellness и баня. И мы посмотрим, что такое современное шоу бани, как выглядит парная, и пообщаемся с известнейшими людьми. Термоленд, Крымск, Москва. По спа-бане. Как всегда, Анатолий. Узнаем, что к чему. Пробежимся, посмотрим, что используем. Thank you.
Пока суть до дела, вот посмотрите, свечка обычная, Сазона, а это люди необычные из ВВД. Так, если первая парная была в виде березового леса, то посмотрите, как подготавливается следующий участник. То есть это уже в стилистике гжели. Вот это зачем, не знаю. Соли. Не знаю, ребята, пишите, зачем огурцы нужны. И опахала веерала. Вещь вообще бомбическая. Переходим сюда. Ну вот все по красоте, в матрешках. Сейчас еще что-то добавят, но может удастся снять. Смотрите. Травки. Хлоргексидин, вода 36-38, вода 36-38. И что будет здесь, не знаю. Знаю, что, опять же, повторю, печь всегда нон-стопом сегодня работает. И еще помогает он, АЭГПП стоит. В общем, такая вот красота. Ну, прямо вот элементы шоу. Это сейчас так принято, так модно. Слово организатору. Всем привет, меня зовут Илюхин Владимир, я организатор чемпионата России по спа-бане. Сейчас проходит уже 9-й чемпионат. Если вы до сих пор ни разу на нем не были и не знаете, что это такое, я вам в двух словах расскажу. Чемпионат России по спа-бане отличается от любых других тех чемпионатов тем, что он позволяет участникам не только махать вениками, но и производить любые процедуры, которые не в обычной жизни производят в бане, за пределами парной. Пилинги, скрабы, выкатывания, все, что им голову заблагорассудится, все, что им понравится. Главное, чтобы они могли объяснить, зачем это надо. Да, и главное, что они об этом пишут. Они пишут сначала свою программу, ставят перед собой конкретную цель и рассказывают, как они эту цель достигнут, с помощью каких инструментов, с помощью каких манипуляций, с помощью каких косметических средств или других средств. Какие базовые критерии оценки качества работы мастера? Ну, смотрите, в теории оценивается по 9 критериям. Среди них такие, как четкость построения цели и задач, такие, как воздействие на органы чувств, такие главные критерии, на мой взгляд, это логичность построения процедуры. Вот, ну, там еще что-то есть, сейчас уже не вспомню. Короче, 9 в регламенте можно посмотреть. А потом еще 9, когда участник выступает с практическими своими навыками, и тут он должен показать и умение держать тот инструмент, который он взял в руки. Веник ли это, опахало или веер, неважно. Хоть камень, хоть мешочки, все что угодно. Вот. И также он должен показать и спа-этикет, как он работает с гостем, и показать безопасность, да, насколько он может его сопроводить, ухаживать и так далее. Насколько, в общем, все, что он делает руками, ногами. Если теория это больше про голову, то есть про описание, про умные мысли, то практика это уже руки из прямого места. Сколько лет чемпионату? 9-й чемпионат, то есть первый чемпионат России проходил в 16-м году, ни разу не пропускали. Никита, пару слов о печи. Это модель Premier Profi. Мы специально ее разрабатывали для коммерческой эксплуатации, для больших парных, для современных, но модных коллективных парений. Это сейчас такая очень активная тенденция на рынке. Мы собрали основные критерии от пармастеров, от управляющих банных комплексов. Ну и, собственно, сотворили вот эту печь. И предусмотрели здесь максимально все, чтобы эта модель работала одновременно и долго, и надежно, и при этом была функциональна. Собственно, что нам важно для коммерции? Первое – это много тепла, большая мощность. Соответственно, данная линейка может выпускаться от 18 до 72 кВт. Соответственно, это парная вплоть до 200 кубов. То есть здесь парная 80, но мы спокойно закроем одной моделью парную в 2 раза больше. Вот, спокойно закроем ее по теплу. Ну и второе, это, естественно, пар. Нам нужно очень много пара, чтобы увлажнить помещение и подарить всем нашим гостям вот эту легкую заботу, легкий пар. Поэтому камень у данных печей от 300 до 500 кг, если мы берем именно камень. Если рассматривать какой-то чугун, либо же твою любимую нержавейку, то эта масса возрастет еще чуть ли не вдвое. Поэтому пара хватит абсолютно всем гостям, но помимо
количество пара, люди сейчас еще очень трепетно относятся и к качеству пара. Для этого мы уже разработали систему жароаккумуляторов. Это аналог внутренней закрытой каменки. Состоит это из бака с нержавейкой, которая уходит вглубь печи, находится между денов, имеет практически прямой контакт с ними, а температура денов у нас 600 градусов. Соответственно, эти жароаккумуляторы набирают огромнейшую температуру и достаточно быстро. За счет этого мы можем получать именно уже перегретый такой сухой пар. И, соответственно, при подаче в эти воронки, тоже немаловажный фактор, вода никак не может попасть на тенны, а, собственно, это продлевает их ресурс и надежность всей конструкции целиком. Смотрите, весь зал наблюдает, к сожалению, не за мной, а за тем, что происходит в бане на огромном экране или на маленьком. А вот Анна! Многократный чемпион, но однократный чемпион по спа-бане. Какого года? 17-го года. Что скажешь по спа-бане? Зачем она нужна? В чем отличие от обычной бани? Спа-бане – это чемпионат для специалистов-универсалов. Кто умеет попарить, сделать уход, сделать массаж, сделать обертывание. Я вообще считаю, что настоящий профессионал должен быть универсалом, мультимодальным. Может сделать все, что нужно, и расширять свой спектр воздействия на своего гостя. Поэтому я за спа. Многократный, двухкратный чемпион спа-бани. Каких годов? 16-18. И многократный судья различных банных мероприятий. И сегодня судья. Что лучше, обычная баня или спа-баня? Ты знаешь, что ли, это два разных чемпионата. И, естественно, по СПА здесь нужно показать многогранность, профессионализм мастера, потому что здесь нужно показать и парение, и скрабы, и технику массажа. Спасибо. Божечки, вы же судья. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр Гончаров. Я преподаватель компании Evolutive. Что к чему в СПА-бане? В чем отличие от бани? Что лучше, что хуже? Чемпионат по спа-бане отличается от всех остальных и от чемпионатов по массажу, и от чемпионатов по бане тем, что эта концепция соединяет в себе одновременно все направление спа, оно пришло в массаж рано, но потом немножко стало как бы расплываться в wellness, а здесь оно как раз культивируется через эстетику, подбор цветов, через этику, через элементы вступления в процедуру, финальную часть процедуры. Вот это важная деталь, помимо красоты, и еще и невероятно высокий сервис и гостеприимство. Это спа-направление. Отдельно парение, и в парении, как и в чемпионатах в банных стандартных, оценивается, конечно, и техника, и умение нагнетать, и создавать температурно-воздушный режим, правильная как бы работа с веником, эргономичная, так скажем, и отдельно, или вернее вместе с этим оценивается еще и массажная методика. Вот три составляющих. Да, три составляющих. Не нуждается в представлениях, Григорий. Спа-баня. В чем прелесть, в чем особенности от обычной бани? Прелесть в том, что удается 40 минут на выступление, не 20 минут, как на Руси банны, и участник может показать себя как бы с разных сторон, там массажные какие-то техники показать, скрабирование, там еще на одном чемпионате даже брили мужчину опасной бритвой. Оп! Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Я Наталья Маслова, руководитель и основатель школы массажных и банных технологий. На сегодняшний день я являюсь экспертом в разных отраслях. Это баня, массаж, спа-баня. И судья чемпионата. Ну, эксперт и судья у нас сейчас это одно и то же. Потому что судья должен подтвердить свою экспертность, дать экзамен, постоянно подтверждать свою квалификацию. В общем. Спа-баня. В чем отличие от обычной бани? В чем ее прелесть? Спа-баня. Отличие как раз в спа. Привет. Привет, меня зовут Дмитрий Волков, я управляющий термонат «Крымская», и я вам расскажу, что за вакханалия сегодня у нас здесь происходит. Сегодня 11 сентября, и в этот день мы в нашем термоленде проводим финал чемпионата России по спа-бане. Почему в России? Один из отборочных был в Беларуси, в городе Минск, и поэтому я могу с уверенностью сказать, что это уже международный чемпионат. Все это происходит у нас здесь, на третьем этаже, в нашей парной, где стоит наша волшебная печь ВВД-профи.
И вот в этой коллективной парной проводится то, что мы называем индивидуальными СПА-программами. Это не только парение, это массажи, пилинги, скрабы, ароматерапия. Все, что можно отнести к СПА. Вы же знаете, что такое СПА? Если знаете, то я рад за вас. Меня зовут Дмитрий Волков, и я жду вас всех в нашем Тормоленде на Крымской. Понимаете?